Всем привет! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня печем очень вкусные ягодные кексы. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, для начала приготовим посыпку. Для нее я взяла 3 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку с такой хорошей горкой муки, это примерно 50 грамм, 3 чайные ложки корицы, но она, конечно же, по вкусу, если вы не любите, можете не добавлять. И 20 грамм растительного масла без запаха. Все это нужно хорошо перемешать, чтобы у вас получилась мокрая крошка. Вот посмотрите, видите, вот примерно вот так у вас должно получиться. И теперь пока эту крошку поставим в холодильник. Теперь тесто. Для него берем 150 грамм очень мягкого сливочного масла. Я его специально достала заранее из холодильника. Добавим 180 грамм сахара. И взобьем на максимальной скорости 2-3 минуты. Затем сюда 3 яйца, пол чайной ложки соли и хорошо перемешиваем. Далее 100 грамм молока комнатной температуры, перемешиваем. С молоком уже перемешиваете на минимальной скорости, чтобы сильно не брызгало. Теперь добавляем сюда понемногу просеянную муку, пакетик разрыхлителя 10 грамм и замешиваем тесто. Вот посмотрите, вот такая густота получилась. Мне потребовалось ровно 300 грамм муки. Теперь сюда нужно добавить ягоды. У меня сегодня 200 грамм черной смородины. Я ее хорошо помыла и оставила, чтобы стекла лишняя жидкость. Отправляем ее в тесто и очень аккуратно перемешиваем. После этого берем формочки, у меня вот такие силиконовые, но вы можете использовать абсолютно любые. И наполняем их примерно наполовину, может быть чуть больше. У меня получится 18 кексов. Теперь каждый кекс сверху присыпаем вот этой вот крошкой, которую делали в начале. И ставим заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 25 минут. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Вот такие красивые кексы получились. Оставляю их минут на 30, затем вытащу из форм и уже на решетке оставлю полностью остывать. Ну и, конечно, посмотрите, какие они в середине. Вот видите, кексы хорошо пропеклись, очень вкусные, а смородина им придает легкую кислинку. Попробуйте испечь. Ну и, конечно, если вам понравились, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!